эфире «Новости сейчас», в студии Людмила Казак. Здравствуйте. Способствовать продажам белорусской косметики – такое поручение дал глава государства, посещая предприятие «Витекс». Здесь создан полный цикл производства – от разработки рецептуры до реализации продукции. Александр Лукашенко высоко оценил работу компании. Средняя зарплата на основном предприятии превышает 1900 рублей. Всего трудоустроены порядка 1000 человек. И компания продолжает расширяться. Более половины продукции уходит на экспорт. Вместе с тем президент обратил внимание, крайне важно не забывать о внутреннем рынке – и лично пообещал перейти на белорусскую косметику. В моем наборе есть продукция «Белит»? Нету, так плохо работаете. Всю импортную повыкидывайте и поставить вот то, что надо. А она скажет, что мне надо. Да, у нас даже есть для вас специальный стенд. Вот ты должна мне сказать, что надо, и я обещаю, что никогда, даже если кто-то подарит, я вам тогда передам это. Хорошо, отлично. Взамен на это. А то с Японии какую-то гадость, с Израиля, еще откуда-то. Ну, хорошие они люди, но свое надо использовать. «Витекс» – это многопрофильное предприятие. На балансе некогда убыточное сельхозхозяйство. За 15 лет его сумели вывести в лидеры по стране. Теперь компания вышла на рынок с совершенно новой продукцией, предложив белорусам натуральные соки и яблочные чипсы. По всему миру сегодня проходят многотысячные митинги в защиту климата в Новой Зеландии. В демонстрациях приняли участие более 170 тысяч человек. Это одна из самых масштабных акций за последние 15 лет. Экологические активисты потребовали от властей объявить в стране чрезвычайную ситуацию. Протестующие, в основном студенты и школьники, призывают принять срочные меры по борьбе с изменениями климата. Буквально пару часов назад в Минске приземлился чартер с Королевским филармоническим оркестром Лондона. Именитый коллектив выступит в Беларуси впервые в полном составе и сегодня откроет международный фестиваль Юрия Башмета. Приветствие участникам форума направил президент. По приезду прошла пресс-конференция во Дворце Республики. Приглашенные дирижеры из Венесуэлы и менеджеры оркестра приятно удивлены белорусским гостеприимством. У вас красивые озера и очень солнечная погода. Я еще не прочувствовал атмосферу вашей страны полностью, но на ланч уже успел попробовать борщ. Он здесь фантастический. Концепция нашего выступления здесь, в Минске, сделать путешествие по истории музыки и выстроить хронологию. Прозвучат ранние Бетховен, Лист и Брамс. Так покажем, как развивалась европейская музыка. С минуты на минуту начнется репетиция концерта открытия. Там государственный оркестр Великобритании впервые сыграет с пианистом и художественным руководителем фестиваля Ростиславом Кримером. Больше информации в 17:00. До встречи.